Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House. Великий день настал. Сейчас у меня уборка. Нет, дождусь, пока немножко спадет жара. Сейчас у нас 2 часа. Самое пекло. С утра уже вытащила все, что только было здесь. Все полочки, все тумбочки, все этажерочки. Частично подмела. То есть убрала вот всю паутину со всех углов. Спадет жара, и будем убирать дальше. Сейчас у меня главное все вымыть с хлоркой, чтобы когда занесем все, уже было здесь чистенько. Надо будет проверить работу вот этого окна, потому что оно, рукоятка не закрывается до конца. Надо проверить, почему. Вот она вот так вот закрывается. Это все тоже отрегулируем. Завтра уже, может быть, послезавтра будут положены лаги. Вот они уже готовы, тут лежат. Руди бегает. Будет положена теплоизоляция. Сверху дикт. И потихонечку начнем уже строить полки. Согласно моим замерам, все мои гипы должны уместиться здесь вот буквой П. Ну а то, что у меня будет в контейнерах, оно уже будет находиться здесь посередине. Здесь у меня, соответственно, с этой стороны и с этой стороны будут приборы отопления на зиму. Но уже не будет такой каши-малаши, которую мы здесь делали рандомно. То есть из серии «Что нашли, что запихали», то и используем. Здесь тоже одна рукоятка. Надо будет ее проверить. Туго ходит. Не закрывается до конца. Разберемся. Ну что ж, удачного всем дня. Пока.